Приветствую, дорогие зрители, с вами Дилером, продолжаем развивать интересный мод для Майнкрафта. Сегодня будем обозревать очень интересный мод, а также будем проходить снова карту испытаний. Это довольно-таки крутая карта испытаний, она большая, здесь бегают барашки, вон какие-то большие сердечки. В общем, сегодняшняя модификация нам добавляет очень интересные волшебные зелья. Это зелье настроения, либо зелье эмоций. Первое зелье это зелье злости, либо зелье грусти. Оно крафтится вот такому вот рецепту. Это эмоциональная эссенция, которую можно добыть, если вы пережарите редстоун. Если вы будете его жарить, вы получите вот такую вот интересную эссенцию, потом из нее сможете скрафтить себе какое-то зелье. Ладно, сейчас мы хлебанем это зелье и посмотрим, что произойдет. Ну, барашка, за твое здоровье. Так, хлебаем, и меня начинает колбасить. Я вообще понятия не имею, кому нужно крафтить это зелье, и к тому же, кому нужно его пить. Но во всяком случае, если вы его хлебанете, вам станет очень-очень плохо. Да, барашка, видишь, мне грустно, мне печалька. Я вообще не понимаю, я потихоньку начинаю подыхать. Подыхаю. По-моему, я сдохну вообще полностью. Барашка, спаси меня, спаси меня, барашка, я помираю. Мне осталось уже половина здоровья. Ну, нужно спасаться. Может быть, меня вот это сердечко спасет. Отправляемся к сердечку. Сердечко, может быть, ты спасешь меня. Нет, нифига, но меня не спасет. Блин, что-то как-то я сильно долго дохну. На самом деле, я должен был сдохнуть гораздо быстрее. Ну, я думаю, что можно этому делу немножко помочь. Вот таким вот образом. Все, подыхаем и появляемся где-то в нашей кроватке. Наша кроватка должна меня спасти. Как же любимую кроватку. На ней так классно высыпаться. Блин, как мне отсюда выбраться? Какого фига? Наверное, то, что мне поможет выбраться, находится в этом сундуке. А здесь у меня зелье веселья. Фанни Поушен. Это зелье крафтится при помощи перышка, а также эмоциональные эссенции. Ладно, хорошо, забираем себе одно зелье, сейчас мы его хлебанем, посмотрим, что мы получим, хлебаем, и на меня накладывается эффект прыжков на целые полминуты. Так, по идее, я смогу отсюда выбраться. Вау, нифига себе, вот эта высота. Я могу прыгать просто на нереальную высоту. Офигеть, так, ладно, аккуратненько. Сейчас мы отсюда выберемся. Опа, только не в лаву. Офигеть, блин, это было просто невероятно круто. Меня, по идее, потихонечку отпускает. Посмотрим, что есть в этом сундуке. Здесь, по идее, должно быть что-то очень интересное. То, что мне поможет преодолеть вот это препятствие. Либо, наоборот, усложнит мне жизнь. А здесь у меня находится Hello's Potion. Я даже не знаю, это, кажется, зелье тошноты или еще какой-то фигни. В общем, его скрафтить можно при помощи изумрудника. По-моему, в Майнкрафте так есть какое-то зелье, которое на вас накладывает эффект тошноты. Ладно, хорошо. Забираем это зелье. Сейчас мы его хлебанем. Оно нам даже... Нет, нифига. Оно мне сытость не восстанавливает. Так что я лучше грызану свою морковку. Так, грызанули. И теперь будем идти. Воу. Как-то здесь очень-очень меня колбасит. Так, я надеюсь, что я смогу дойти. О, вот это пипец. Это зелье, конечно же, кошмарное. Так, ладно, я смогу перепрыгнуть. Да, я это сделал. Офигеть, так, срочно молока. Молочко, отпусти меня. Так, отлично, все, срочно хлебнули молочко. Мне стало легче. Спасибо тебе, барашка. Хотя нет, нифига, ты злая барашка. Скорее всего, это все из-за тебя. Так, а ну не иди туда. Злая барашка пытается меня убить. Какого фига? Злая баранина. Зачем ты со мной это сделала? Блин, офигеть. Ладно, хорошо. Еще раз хлебану это зелье. Я знал, что этот злой барон все испортит. Так, ладно, хлебаем зелье. Сейчас я снова смогу отсюда выбраться. Так, выпрыгиваем. И летим. Я думаю, что я туда... И вот это тоже все перепрыгну. Злой баран, не делай этого. Тобанный злой баран пытается меня уничтожить. Нет, баранина, все, уходи. Уходи, баранина. Нет, реально, этот баран очень злой. Если он наступает на эту фигню, то происходит что-то невероятно плохое. Ну ладно, окей. Оставляем здесь это ведерко, а здесь у нас есть любовное зелье, которое крафтится при помощи красного мака. Ну ладно, окей, сейчас мы его хлебанем и узнаем, что же будет. Баранина, не смотри на меня, даже не думай туда идти. Ладно, хлебаем зелье любви, и мы получаем защиту второго уровня. Так, теперь мы можем зайти в это сердце, и меня еще раз кинет с неба и прямо сюда. У меня осталось полсердечка, офигеть. Любовь, это боль. Да, возможно. Так, съем морковку. Морковка, спасай меня. Баранина, даже не думай туда подходить. Нет, фу-фу-фу, уходи. Эти бараны слишком злые. Так, здесь у нас, по идее, должно быть зелье счастья. Какая здоровенная мордашка, такой носик. Так, ладно, смотрим. Здесь у нас зелье счастья, которое крафтится, нифига себе, из алмазика. Его нужно скрафтить при помощи алмазика. По-моему, это слишком дорого. Ладно, посмотрим, что оно умеет делать. Это зелье на нас накладывает регенерацию второго уровня. Ну да, это действительно круто. Так, нужно еще раз перекусить. Так, перекусываем морковочкой и идем дальше. Посмотрим, что у нас здесь. Здесь написано,
написано, что в этом сундучке, возможно, лежит зелье какого-то везения. Ладно, хорошо, забираем все эти зелья. Насколько я помню, то здесь эффекты 50 на 50. Либо тебе может повезти, либо тебе нифига не повезет. Так, спаунпоинт, чтобы далеко не бегать. Ну что, тяфтель, как ты думаешь, мне сегодня повезет или нет? Ладно, хлебаем зелье, и я получаю, блин, урон. Печалька, это зелье меня убило. Тяфтель, ты видел, это зелье слишком злое. Ладно, хлебаем еще одно зелье, и оно снова меня убивает. Почему эти зелья такие злые? Ладно, хорошо, хлебанем еще одно зелье, посмотрим, что оно сделает. Вот, наконец-то, это зелье дало мне инстант хелп. Это, по идее, там, короче, нереальное здоровье, теперь со мной ничего не случится. Хлебаем еще одно зелье, и оно на меня опять накладывает какой-то негативный эффект. Блин, печалька, предыдущее зелье не смогло меня спасти от этого зелья. Ладно, посмотрим, что будет сейчас. Давай что-нибудь офигенное. Нет, нифига, это зелье опять меня убивает. Эти зелья какие-то не очень такие уж и счастливые. Большинство из них пытаются меня убить. Ты смотришь, да? Смотришь, ржешь. Злая ты собака. Так, ладно, что у нас здесь? У нас здесь какое-то зелье тирит. Я даже не помню, что это такое. Это вроде бы что-то либо веселое, либо грустное. Для его крафта используется кроватка. Ладно, сейчас посмотрим. Возможно, это хорошее зелье. Так, песик, я сейчас хлебану его, а ты мне расскажешь. Так, ох, меня очень начало штырить. Это какое-то зелье заторможенности, либо зелье сонности. Так, я должен как-то отсюда выбраться. Ну ладно, окей, я надеюсь, что это сделаю. Давай, бежим. Так, вроде бы все хорошо. Собака, ты пришла сюда ко мне, да? Ладно, все, сиди здесь. Какой умный пес. Он даже взял и забежал сюда, зная, что здесь очень хорошо. Так, у меня спрашивают, и я злой? Так, по-моему, я не очень зол. Я не зол, но, по крайней мере, здесь есть зелье, которое меня может сделать злым. Для его крафта нужно использовать гнилую плоть. Ладно, забираем это все. Сейчас мы хлебанем это зелье, и по идее я стану злым. Да, действительно. Я сейчас, по крайней мере, ну не злой, но, по крайней мере, скорость копания у меня большая. То есть я могу очень быстро бить своей рукой. Да, копаем. Нифига себе. Довольно-таки крутое зелье. Оно позволяет мне очень-очень быстро копать. Воу, куда это я упал? Какого фига? Я не хотел сюда падать. Так, мне нужно выбраться. Я что-то не взял из этого сундука. Здесь, по идее, что-то есть. Блин, все потрачено. Все потрачено. Так, срочно нужно выбраться. Так, я туда залезу. Так, и здесь у нас находится зелье Aware Poison. Тоже не знаю, что такое Aware. Да вроде бы что-то связано с ночным зрением, по-моему. Так, ладно, забираем это зелье. Посмотрим, что оно умеет. Так, это все оставлено, мне, по идее, не нужно. Хлебаем. И я получаю, да, действительно, я получаю ночное зрение. Теперь я вижу в темноте. Я все вижу. Так, вроде бы пока все хорошо. Вроде бы здесь никого нету. Ну, все, отлично. Мы выбрались наружу. Просто замечательно. По идее, мне эта кирка даже больше не нужна. Здесь, по идее, какая-то броня, которая поможет мне сражаться. Нет, здесь не броня. Здесь зелья, которые дают мне эффекты брони. Ладно, хорошо. Здесь у нас есть магическое какое-то зелье. Зелье, которое меня делает пьяным. Типа пьяный мастер. Нифига себе. Еще зелье злости. Еще у нас здесь есть зелье радости. А также любовное зелье. Ладно, хорошо. Забираем вначале тогда меч. Забираем вот эти вот все зелья. Сейчас мы это все хлебанем. И по идее меня как вштырит. Ладно, хорошо. Хлебаем первое магическое зелье. На меня накладывается эффект невидимости. Действительно настоящая магия. Зелье опьянения. О, блин, нафига я вообще его пил? Она дает мне силу, но в то же время меня тянет бегать. Так, ладно, зелье злости дает мне тоже, по идее, силу. Ладно, зелье счастья хлебанем и зелье любви тоже выпьем. Так, все, я, по-моему, готов. Пьяный мастер готов сражаться. Воу, пацаны, тихонько. Крипер, успокойся. Крипер, ты слишком веселый для такой ситуации. Так, ладно, хорошо. Я вас сейчас всех заборю. Нифига не понимаю, что происходит. Чертовы скелеты, что вы себе позволяете? Так, а ну-ка нафиг. Все, меня наконец-то отпустило, я их всех заборол. Можно, в принципе, еще кого-то позвать. Давай, Крипер, жги, Крипа. Так, отлично. Всех заборим. Правда, у меня уже все эффекты зелья прекратились. Так что заканчиваем наше сражение чисто вот на своих силах. Кажется, сейчас сдохну. Да, действительно, я сдох. А, блин, печалька. Пес, я вижу тебя. Что, пацаны, вы скучали, да? Прописываем снова спаунпоинт. И теперь можно их всех забрать. Так, заборю. Здоровушка, только не кончайся. Все, я вас всех заборю. Получай, морда. И ты получай. Так, он иди сюда. Тяфтель, кусай его, тяфтель. Так, отлично, забороли. Не обижай мою собаку. Собаку мою, блин, не обижай. Тяфтель, ты жив? Так, на, срочно похавай. Тяфтель, держи. Иди ко мне, маленький. Ну, я тебя покормлю. Кушай. Все, тяфтель.
зрители отличили. И сам тортик похавы. Ох, офигенно. Вообще, спасибо, что вы смотрели. Для вас обозревал и комментировал Дилером. Если вы впервые на канале, подписывайтесь, ставьте лайки. Следуйте на мой второй канал, на канал Мини-Кошки. Ссылки в описании. Там тоже каждый день выходят интересные ролики. В общем, всем большое спасибо за просмотр. Напоминаю, что ссылка на скачивание этой карты и модификация будет в описании. В общем, до скорых встреч и всем пока-пока. Не забудьте поставить лайк. Ваши лайки реально помогают развитию моего канала. Пока.